Для начала нарезаем баклажаны соломкой. Баклажаны выкладываем в сито. Солим. Оставляем 10-15 минут, чтобы вышла горечь. Промываем баклажаны. Баклажаны сушим полотенцем. Выкладываем на противень. Добавляем масло. Перемешиваем. Равняем. Отправляем в разогретую духовку запекаться 20-25 минут при температуре 200 градусов. Наши баклажаны готовы, даем им остыть. Пока остывает, подготовим все остальное. Нарезаем яйца. Thank you.
мелкими кубиками нарезаем помидоры. Нарезаем лук. Готовим соус. В сметану добавляем чеснок. У нас готово. Собираем наш салат. Баклажаны добавляем в соус и перемешиваем. Собираем наш овощной тортик по слоям. Сверху натираем сыр. Отправляем наш салат в холодильник на 30 минут. Наш салат готов. Убираем кольцо. Сверху засыпаем луком. И подаем к столу.
Желаю всем приятного аппетита!